Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. У Тускара есть шары, но давайте без пошлостей. Снежные шары. В этом видео я расскажу несколько особенностей для работы с его шарами. Как-то пошловато звучит, ну ладно. Для начала, Дарксир может увеличить скорость шара. Пробуем просто без увеличения скорости. Ну, видите, медленно, да? То есть можно так уснуть и приуныть. Теперь пробуем с увеличением скорости. Опа. Опа. Моментально. Спасибо, друг мой. Далее. Мы, то есть Тускар, с помощью своего шара может спасти своего союзника от ультимейта Некрофоса. Смотрите. Некрофос ультует. Мы делаем шар и забираем своего союзника. В итоге наш союзник не умирает. Он остается живым. Давайте я вам покажу еще раз. Заметьте, без фотошопа. Здесь фотошопа нет. Ультует. Мы делаем шар и забираем. Ульта не проходит. Великолепно. Идем далее. Также мы можем забрать в шар Джаггернаута, который делает вертушку в щи. Джаггернаут делает сначала вертушку. Мы делаем шар и забираем Джаггернаута. Я бы назвал это шар смерти. Давайте мы сделаем еще раз. Только уже в более быстром варианте. Вау, и поехали. Вот такие вот у нас особенности. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.